Приветствую вас. Предлагаю вам прибыльную и перспективную нишу. Бизнес на специях и приправах. Самый приятный и прекрасный запах, которым может быть наполнен дом, это аромат еды. Именно приправы и специи придают нашим блюдам потрясающий аромат и вкус. Бизнес по продаже приправы и специй может стать настоящей находкой для любого начинающего предпринимателя. Говорить о том, целесообразно ли начать бизнес на специях, даже не стоит. Спрос всегда был и будет. Потребность среди населения здоровой и качественной пищи увеличивается. Соответственно, население пытается использовать меньше химии и больше приправ. Предлагаю вам открыть свою лавку свежемолотых специй в густонаселенном микрорайоне вашего города или же торговать на базаре, в рынке. Непревзойденный вкус и душистый аромат свежемолотых специй пленит каждого любителя острой еды. Специи, которые продаются в магазинах, совершенно безвкусно. Ароматы не те, и вкус не тот. Срок хранения цельных специй значительно больше, чем у молотых. Поэтому лучше покупать цельные и молоть их в своей лавке. Так вы привлечете больше клиентов. А где покупать настоящие специи, которые обладают сумасшедшим ароматом и хранят в себе массу полезных свойств? Абсолютным лидером считается Индия, далее идет Бангладеш, Китай, Турция, Пакистан, Непал, Индонезия, Вьетнам, Таиланд. Но я вам советую покупать грузинские специи и приправы. Грузинская кухня – одна из древнейших кухонь мира. Большинство блюд, которые были придуманы в древнегрузинских государствах Колхида и Диаоха, во втором тысячелетии до нашей эры практически не изменялись. В Грузии всего 5-6 игроков, фермеров, которые производят настоящие специи. Их легко хранить и транспортировать. Ищите поставщиков, которые находятся в отдаленности от автомагистралей, в экологически чистых местах. Каждая партия специй должна проходить фитосанитарную проверку, а также проверку на содержание тяжелых металлов. Содержание свинца вызвано неправильным хранением и производством. Мировая потребность в специях составляет около 6,6 миллиона тонн в год. Азия производит до 93% от мирового запаса специй. Этот неприметный, на первый взгляд, бизнес приносит хорошую прибыль. Желаю успехов в бизнесе. Всем пока и до новых встреч.